Летом каждое место отдыха на вес золота. Парки и скверы делают город комфортнее для его жителей. Изначально в Северодонецке не было недостатка в зеленых зонах. Парков и скверов насчитывалось больше десятка. Но жители говорят, сейчас многие из них перестали быть полноценными местами отдыха горожан. Было много аттракционов, было куда прийти детям. Было весело, хорошо здесь было. Но сейчас очень жутко, когда заходишь на территорию, ничего не видишь, одни развалины. Было бы приятно, если бы все восстановилось. Вот эти аттракционы для детей, которые были. Я приезжаю в этот город каждое лето и каждый день практически хожу в парк. Но если сравнить с моим детством, то он немножечко увядает. То есть раньше здесь было много аттракционов, много деревьев, а сейчас здесь практически ничего не осталось. Это все чудесно было. Вода, фонтаны, этого нет. Ну, приходят детки, какая жара, сами понимаете. 2014 года все затихло. Надо как-то его немножко усовершенствовать. Но с недавнего времени вот стоят детские эти площадки. Вот для детей. Потом поставили эти вот фонари. Вот, надеемся, все будет красиво.